привычище – это стрей. Стрей. Ой, как я приблизился к его металлической пятой точке. 2-5-1-1. Код верный. Тайная комната Гарри Поттера. Давай, заходи. Музыка-то какая? Музыка. Ты послушай. Ух ты! Фу, у них глаза повытаскивали. Ужас, что тут док делал? Первый раз вижу эту комнату. Не могу поверить, что ему удавалось скрывать ее от меня все это время. Схемы должно быть для его оружия против зурков. Папа всегда скрывал, над чем он работал. Он сказал, что в теории оружие должно работать, но его нужно испытать в реальных условиях. Он ушел из поселка и так и не вернулся. Это печальная история. Очень печально. А где оружие-то? Где стволы? О, он даже рисовать умел грамотно, смотри. Приятные звуки, но полное отсутствие дружелюбия. Старые бактерии человеческих времен поедают все виды материалов. Совершенное зрение в темноте реагирует на интенсивный свет. Вот так вот. Не трогай, он сейчас вылупится. Ты что делаешь? Идиотина, блин, металлическая. Он тебя может сожрать, если что. И меня вместе с тобой. На закусочку оставит. Газеты какие-то. Сенсация, робот Ньюс. Внимание, контроль над зурками потерян. Теперь они едят металл. Вот так вот. Слышь, дятел, а что мы здесь ищем, собственно, если он ушел с этим оружием и не вернулся? Это оружие где-то в канализации, наверное, валяется. Но учитывая количество склянок, которые он сюда притарабанил, чтобы изучить зурков, видимо, это оружие работает. Вот еще коробочка, давай вот эту скинем. Может, там что есть? Ну давай, пихни своей лапкой нормально. Это рация. Погоди. Я нашел трекер. Эй, дятел. Погоди. Я это раньше уже видел, это его трекер. Папа всегда использовал трекер, чтобы видеть, где я нахожусь. Может, мы сможем перепрограммировать трекер, чтобы понять, куда он ушел? Не могу поверить, что папа все еще может быть жив. Я так скучаю по нему. Тебе нужно оружие против зурков, верно? Мой папа точно взял его с собой. Нужно только починить трекер, чтобы его найти. Кто-нибудь в трущобах тебе может помочь. Иди за мной, я открою тебе дверь. Я даже знаю, кто мне поможет. Хакер. Хакер-гакер. За то, что я подарил ему пончи, он поможет мне починить трекер. Ну все, давай, покеда. Еще 100 лет не видится бы с тобой, дятел. Эй, хрякер, открывай дверь. Мне нужны твои хрякерские способности, чтобы хрякнуть рацию. Точнее, трекер. Здорово. Че, пончи нормально зашло? Поможешь мне с трекером? О, отличный трекер. Я знаю эту модель. Это Толхима EBF-2000. С помощью этого маленького гаджета можно следить любого. Можно? Дай взгляну. Просто нужно обновить и еще кое-что. Вуаля. Ну вот, малыш, надеюсь, ты найдешь того, кого ищешь удачи. Спасибо. Долг уплачен, собственно. Я тебе пончу, ты мне трекер починил. Дорогу к хотейскому патрулю, срочно! Опс. Извини, жестяная банка, я не хотел тебя уронить, но ты был на моем пути. Ладно, все, проехали. Эй, дятел, я починил. Получилось, я его починил, молодец. Давай сюда. Не дам. Вначале бабки гони. Че ты его крутишь, вертишь? Если ты не знаешь, дай мне, я все сделаю. У меня B12 умнее тебя. Ты кому там звонишь? У меня там 100 рублей на телефоне лежит, ты че? Сейчас все бабки потратишь. Я сигнал. Неужели папа действительно жив? Не могу в это поверить. Будем следовать трекеру. Может быть, так мы найдем папу. А это не опасно? Вдруг тебя там сожрут, ты не боишься? Нельзя смотреть в телефон и переходить дорогу, дятел. Он даже не смотрит, куда он идет. Под ноги-то хотя бы смотрел. Че тебе ведро-то сделал? Че ты упинаешь? Мужик, я знаю эту дверь. Туда лучше не соваться. Мне вот эти бомжи сказали, что там опасно. Он действительно ушел с трущоб. Там опасно, но я должен быть уверен. Мне нужно знать. Вперед! Чего, так просто мы туда войдем? Слушай, ты не очкуешь? И сейчас зурги такие выпрыгивают ему на рожу. Не, смотри, все обошлось. Но я уже вижу коконы зургов. Такой я первый пошел, он зашкерился за дверью. Ох, негодяй. Сыкует. Ты пойдешь со мной или что, или как? Или я один? О, он идет. Ладно, он значит не очкует. Ну что, дальше-то не идем? Все, запор. Только посмотри,
посмотри на все эти яйца. Они же нас сожрут. Нет, я не могу. Я не такой быстрый, как ты. Зоркий меня точно догонит. Вот возьми этот значок. Папа его узнает. Он поймет, что ты друг. Получен новый предмет. Что это? Это унитаз и две кнопки слива? Я открою тебе дверь. Ну, блин, я надеюсь, что ты со мной пойдешь, а ты обосрался все-таки, да? Ну, понятно. Все-таки ты дятел. Ладно, давай. Кипарик не просри. Я пошел. Та-ря-та-та-та-та-та-та-та. Зёрки мне не страшны, потому что я волосатый. Эй, тут есть кто? Зёрки? Зёркичи? Ну, пойдем под кирпич. Хоть сюда и нельзя, но... Тупик. Видишь, здесь даже написано, что это тупик. А там вон зурки, там зурки. Там зурки, я вижу их, я палю их. Сейчас будет прикольно, если я найду папу этого дятла, и он там отстреливается от зурков. Все это время он там отстреливался от них, а я побежал. Давай сюда запрыгнем. Тёп-тёп-тёп. Ну, спрыгивай, спрыгивай, спрыгивай. Нам... О, кислотная водичка, тоже перепрыгиваем. Теперь сюда. Смотри, вон туда можно. Там вот справа что-то было. Оп-оп-оп-оп, видал, как я быстро увернулся-то от них. Костлявые жопастики. Хотя нет, они жирные копастики. Копастики. Опля. Ой-о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 й. Ух, успел. Да чтоб тебя. Нифига себе, нифига себе, ничего себе, прям на меня. Облава. Ох-ох-ох-ох, надо вот здесь пробежать. И там еще. Я тогда сюда бегу. А теперь вот сюда бегу. О, быстрее! А чё, как здесь быть-то? А, вон туда мне нужно. Сюда направо. Точнее, налево. У меня право-лево, это право и лево, лево-направо. Неважно. Так, куда прыгать? Паркур кота. Отпаркурим все, что можно. И теперь сюда еще разок давай. Все пока логично и понятно. Все прекрасно. Жизнь блохастика не под угрозой. Опля. Тыгидык, 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 тыгидык. Шлеп. О, поехали, на тачке, огонь. Мам, а я должен рулить, да? Как я их давлю-то? Их, оказывается, давить можно. Вау! Четко. Ну ладно, мне не привыкать падать. Особенно, тут расстояние небольшое было, поэтому нормально. Надеюсь, я не отбил себе ляху. Ты в порядке? Ничего себе падение. Да слушай, это не впервой. Док должен быть где-то рядом. Осталось совсем немного. Ну, пойдем, поищем. Да, блин, я опять лапу себе отбил, только уже другую. Первый раз, когда упал, это была правая лапа, теперь у меня левая лапа. Сейчас полижем, все пройдет. Подорожник еще приложить надо, прилепить. Отец дятла, ты здесь? Какие странные картинки. Опачки, лазичка, лази... Дохлый робот, неужели это док? Неужели это док? Кто такой? Фух, это не док. Ну и хорошо. Вау. Вот это бомж-город. Мне нравится здесь. Баскетбольный мячик. Куда его забить? А куда этот провод идет? Пойдем-ка глянем. Тут явно кто-то жил. Ага. Провод идет сюда. О, использовать предмет. Но у меня ни черта нет. Что сюда? Сюда батарейку какую-то надо воткнуть. Это электрический генератор. Похоже, чтобы он заработал, требуется какая-то штука. Ну давай эту штуку найдем. Посмотрим, куда он вообще идет, этот провод. И вот сюда. Тут кто-нибудь живет? Тут кто-нибудь есть? О, пупсики! Кто этого сюда засадил? Я, кажется, догадываюсь. Слышишь вот эти звуки? Хам-хам-хам-хам. Как будто они сожрать меня хотят. Нет, я вас поджарю когда-нибудь. Робот где-то здесь. Вот так не... Очнись, проснись! Погоди, ты не зурк? Кто ты? На тебе мой значок, откуда он у тебя? Тебя послал мой сын? Шеймус, мой умный мальчик. Он нифига не умный. Я здесь один уже целую вечность. Пришел сюда, чтобы протестировать дефлюксор, но все пошло не по плану. Как я хочу вернуться домой. Я очень скучаю по сыну. Если хочешь, можешь... осмотреть дом, но я понятия не имею, как выбраться из этого места. Да я сейчас все решу, док. Не переживай. О, я, кажется, ствол нашел, смотри. Это тот самый Лефлюкфликстанфтуфтор. Осторожно, с Лефлюксором при полном заряде он может взорвать зурков, как конфетки. Для работы этой крошки требуется 1,21 гигаватт электричества. Это единственный источник энергии, способный его создать. Это генератор за домом.
Проблема в том, что он не запускается. Наверное, перегорел предохранитель. А учитывая, что все вокруг кишит зурками, выйти наружу, чтобы его починить, для меня слишком опасно. Я не такой быстрый, как ты. Если доберешься до генератора и заменишь предохранитель, я смогу перезарядить дефлюктор. Иди за мной, я покажу, что делать. Эл, окно мне открой. То и мне не выбраться. Вот, держи предохранитель, он совершенно новый. Ха. Генератор включится громко, так что жди зурков. Как только починишь генератор, я смогу зарядить и запустить дефлюксор. Следуй за этим кабелем. Замени предохранитель и возвращайся. Удачи. Ой, сейчас мне будут зурки жопу щемить, походу. Чё ты там вылупился, блин? Хочешь посмотреть, как у меня зурки будут пожирать? Всё готово, босс, я поставил батарейку. Ой, этот предохранитель. Уи-ю, пушка зарядилась. О-оу. Это такой выкобеливается из своего балкончика. О, нифига себе, как круто, смотри. Кстати, недаром мне писали в комментариях, что зурки боятся солнечного света. Поэтому купол здесь... Ой, нет, мне, наверное, назад лучше. Вот сюда посвети, вот сюда посвети. Здесь посвети, е-мое. Ой-ой-ой-ой-ой, нет, я сюда не пойду. Давай сюда. Опля. Все, я в безопасности почти. Сейчас заныкаемся у него в хатке. Я сработал, пушка работает. Где рок-н-ролл? Отлично, ты включил генератор. Видел, какая мощная штука, этот дефлюксор. Он точно поможет нам выбраться отсюда. Да, они взрывались как шарики, прикольно. Погоди, возможно, я смогу установить дефлюксор на твой дрон. О, это было бы круто, давай. Но он такой маленький, а дефлюксор такой большой. Ща, док, все замутит. Сработало, дефлюксор установлен на твоем модном дроне. Он не предназначен для работы такого маленького источника питания. Если использовать его слишком часто, он может сломаться. Только помни, это не игрушка. Ну вот, а я хотел поиграть с ним. А теперь пошли в поселок. Я возвращаюсь домой. Сын, мой сын. Ну пошли, я воссоединю вашу семью. Ну чё, допрыгались, хрум-хрум-хрум. Смотрите и ловите. Вот так вот, я вас зажарил. Я же говорил, что я до вас доберусь. Слышь, док, а как возвращаться-то будем? Я сюда на какой-то вагонетке скатился. Тележки. Док, а у тебя китикета нет, я жрать хочу, вообще не могу. Дай пожрать, ну пожалуйста. А, мы будем через другой проход идти. Блин, а где твой фонарь? Ладно, я сейчас с вами воспользуюсь. Уничтожим дурков, чтобы мы могли пройти. Опа! Бух-бух-бух-бух. И все. Ух ты, отлично работает. Ну как я и подозревал, он может перегреваться. Если это произойдет, дай ему немного остыть. Надеюсь, этого хватит, чтобы добраться до поселка. Слушай, а если он не остынет и взорвет моего дрона? Это же опасно. У меня дрон — это все, что у меня есть. Переключатель не работает. Похоже, электричество отключено. В смысле? Мы только все починили. Опять жопа. Не ссы, док. Сейчас бочка все сделает, не переживай. А вот и наша проходочка для безбилетников. Опля. Пришло время подать свет. Ой. Ой-ой-ой, вот это может быть опасненько. Silent Hills начинается. Черт подери. В атаку! Я теперь вас не боюсь. Ой, перегрев, 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 перегрев. У меня чуть дрон не взорвался. Давай я их всех жбахну. Ой, здесь еще открывается. Док, держись. Держись, док, бежим. Валим, валим. Черт. На жопу прицепился, скотина. Ай, откуда вас только? Откуда, откуда, откуда дрон? Я сдох. Меня сожрали. Док, это во всем ты виноват, засранец медленный. Док, может тебя не спасать, пускай тебя сожрут. Ты такой бесячий. Ой, нет, ко мне-то не бегите, вы чё? Я вам там жестяную консерву оставил, а вы меня сожрать хотите? Вы что, издеваетесь, что ли? Ё-моё. Док, чё они такие бешеные? Ладно, я пошел в другую сторону. Блин, пока я не отобьюсь от них, они, походу, меня и будут преследовать, да?
Так, они сзади прыгают. Ах, скотобазы, мелкие картофаны. Ладно, док, я тебя спасу. Так уж и быть. Пошли. У меня сейчас дрон взорвется, как петарда. Закрывай уж ворота свои. Ой-ё, как вас тут много-то. Ой-ой-ой-ой-ой, батюшки. Святая вода нужна. Тут без нее, походу, никак. Демоны лезут со всех щелей. Опа. Ты закрыл там ворота? Наконец-то. Сейчас я их всех перебью. Жареная картошечка фри никто не хочет. Картошку фри любил? Фух, пронесло. Пошли домой. Ну, пошли. Я чуть тут это, горох не наметал. Но тыки в кнопочку-то уже достал. Стоит, смотрит на нее, на этот зеленый огонек. О, что, все, мы вышли. Ура! Отпирай ворота. Капец, ты медленный. Я тебя сейчас взорву. Вот, жалко, конечно, на тебя это не действует. Я вернулся. Батя, да ты что, ты серьезно? Нифига себе. Да ты посидел. Иди ко мне, сынок. Батя, ты вернулся. Я так ждал тебя. Ну, короче, мы спасли мир. Хранитель, ты мне что-то хочешь рассказать? Спасибо, что спас Дока, маленький друг. Приятно видеть, что Шеймус больше не одинок. Теперь мы знаем, что можем дать отпор звукам. Мама ждет тебя у канализации. Ладно. Док и Шеймус, выглядите счастливыми. Кажется, мы с тобой сделали хорошее дело. Еще бы. О, ё-моё, канализация открыта. Подожди. Дружище, может, ты мелодию какую сыграешь не напоследок? Я пошел в дальний путь. В смысле у тебя нет песен? Ты что, издеваешься? А где все ноты, которые тебе в прошлый раз давал? Ты что, их содрал, потерял? У тебя склероз, что ли? Ох уж эти роботы, как они меня достали. Здорово, ты Момо? Ты кто такой? Бензу. Мама ждет тебя на своей лодке. Ты можешь отправиться к нему, но сделал ли ты здесь все, что хотел? Потому что я закрою за тобой дверь. Не хочу, чтобы зорки проникли внутрь. Бабушкин свитер, я все, я пошел, я здесь закончил. Закрывай ворота, чтоб ты не засал от зорков. Ох, наконец-то, вот теперь я в канализации. А я думал, что я тогда был в канализации. Черт, он реально двери закрыл, да? Скотина! А че музыка-то выключилась? Эх, никакой атмосферы. О, это ты! Мамкин халатик! Какой у тебя изысканный плод, а мы на нем не потонем случайно, а то я воды боюсь, если что. Не могу поверить, док, ты его нашел. Прикинь, я его нашел. Поплыли дальше.